Старшеклассники, волонтеры, активисты со всей Московской области. В Наро-Фоминске прошел 8-й форум курсом лидера подмосковной молодой гвардии. Есть у нас все рычаги, все возможности, потому что здесь сегодня с нами и правительство Московской области, здесь сегодня у нас и администрация, и местный совет депутатов, здесь сегодня с вами и я. И я именно нацелен на то, чтобы найти сегодня здесь самые классные идеи. Проектирование, волонтерство, медиа, социальное предпринимательство. Участники форума активно реализуют себя в этих направлениях. Житель Власихи Михаил приехал за новыми идеями. Все очень интересные направления, но в частности меня интересуют медиа и волонтерство, скорее всего, потому что у нас на Власихе оно очень развито. У нас два отделения от каждой школы из двух. Вот. Медиа мне интересно просто. Я хочу связать свою дальнейшую профессию с этим. Для Дарьи участие в таком событии – еще одна возможность стать ближе к своей цели. На форуме она вместе с ребятами представляет Одинцовский молодежный центр. Я считаю, что очень правильно вообще организовывать такие форумы, потому что гранты и общение участников очень важно сейчас, когда почти все общение переходит в социальные сети, в интернет. Нужно общаться вживую, собирать такое огромное количество людей. Это всегда очень весело и интересно. Очень много молодых людей. Свет в глазах, на самом деле, очень радует. Собираются молодые люди, которым не все равно, которые заинтересованы в том, чтобы что-то делать, как-то самореализовываться, проявлять себя. Ну, а это самое ценное, собственно, что есть и чего можно ждать от молодежи. Желание развиваться вместе со страной. Форумы курсом лидера пройдут еще в нескольких городах Подмосковья. Молодые активисты смогут презентовать и защитить свои проекты. А лучшие идеи ребятам помогут воплотить в жизнь. Мария Шматкова, Екатерина Крамар, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».